пас Ярулина, где-то на уровне бедра летела шайба, как такое принимать? Тем не менее, за счет движения вперед трактор навязал борьбу. Надолго ли? Вот вопрос. Нет, тут же выходит магнитогорец. Никаких проблем не испытывает. Вот, продолжая тему мостика в следующий матч, мы видели по ходу этого плей-офф в исполнении Ильи Воробьева замены вратаря в ситуации, когда, ну все, понятно, здесь уже не вытащим, пусть Кошечкин отдыхает. Вратарь возрастной, тем более безоговорочно первый номер в команде, и он в свежем состоянии еще пригодится. Это Никонцев не забивает. Тут Бейлин сыграл вместо Романа Вилла и, по-моему, ногой остановил шайбу, находясь уже на льду. Фантастическое спасение.